еще раз говорим, пишем, потому что у нас пациенты нам кивают, когда мы им что-то рассказываем, а потом они говорят: а ты мне этого не говорила, а мы с тобой это не обсуждали. Еще тут должна за что-то деньги заплатить, а мы это не обсуждали, поэтому обязательно пропишем план на бумаге. Сколько шприцев надо, сколько единиц токсина надо, сколько это будет по деньгам, сколько будут гематомы, сколько будут отеки. Все это пропишем заранее. Тогда к вам никаких вопросов, никаких претензий не будет никогда.